гуртом в переводе означает «вместе», поэтому идея выступить на конференции и на выставке всем сообществом и лучшим его составом – это был лишь вопрос времени и отличная идея. Мне кажется, мегастенд – это такой формат будущего, когда компании-участники инновационные нашли такую определенную синергию за счет объединения стендов и нахождения самых лучших, самых перспективных, самых востребованных в одном месте. Очень привлек такой формат, когда на площадке разработчика программного обеспечения собираются все партнеры и организуется совместная такая площадка для дискуссий, площадка для общения. И очень рады, что компания «Гуртом» именно в этом году реализовала подобную идею на «Навитехе», так как это позволяет пообщаться всем игрокам рынка, всем партнерам, почерпнуть идеи, почерпнуть какие-то интересные решения и, в принципе, позволяет продвинуть бизнес каждого из игроков немножко дальше. И теперь у нас не только есть партнерская конференция, которую мы проводим в Минске, но есть эти мегастенды, которые здесь, в Москве, мы организуем, который будет еще в Дубае и который будет в Лос-Анджелесе, в Америке. Actually, we also have booked all the three big booths, and we will join with the Gautam Company for all these three big exhibitions in America, in Dubai, and here in Moscow. This is a really great opportunity for us to share ideas. Совсем недавно мы отметили подключение к системе Виалон объекта номер 1 500 000, и это только первый шаг. Мы рассчитываем двигаться и дальше, и следующим эпохальным событием будет 2-миллионный объект, который, я надеюсь, мы сможем подключить уже в этом сезоне.